Ребят, всем привет! Короче, на обзоре болгарка уже профессионального практически уровня. Размер круга 125, есть защитный чехол, схватился за кабель. Чувствую такой мощный, толстый, ляньте. Ну прям аж профессионально, замечаете, какой здесь? А, вот и я ж за что. Короче, к ней идет ни хера, кроме этого обода и охренительного ключа для выкручивания гаек. Например, вот такие. Крутили-вертели. Поняли, да, о чем я? Значит, мощность, хер его знает. Но придите, посмотрите. Фирма Титан. Короче, все тут на максимально высоком уровне. Включили, забыли, если надо. Цена, да пусть будет 1650 рублей. И она, короче, ваша. Тяжелая, мощная. Для такого объема просто ля-ля. Подписывайтесь, чтобы ни хера не пропускать. И обязательно поставьте лайк. Всем пока.